Ну, видно? Она ближе стала. Видишь, как высоко? Там быть ничего не может другого. Никто не видит этого. А я заметил. Вон, смотри, смотри. Вот, увидела? С другого конца не соединить. Да, я тебе о чем и говорю. Да. Это не самолет, это ничего другого, такого быть не может. Может, смотри, да, угу. Кто он, как сейчас? Сейчас рванет вверх. Не знаю, не, пока непонятно. Вверх, смотри, поднимает себя. Вполне возможно, что она просто на нас идет, поэтому она как бы увеличивается. Да, у тебя какой-то. Северный, северный, посмотри. Ну, движется, передвижение есть явное. Видела, там раз-раз такая подлетела, включилась, да, подлетела, да, к ней. Такая раз красная штука и соединилась с ней. Ну тебе, пожалуйста. И в марте месяце. Ой, в марте, что я говорю? Апрель уж. 9 апреля. Уже, наверное, 10 даже. Сейчас 12 будет. О, видишь, она передвигается. Конечно. Уже больше часа ее люди наблюдают. Ну, далеко отсюда, смотри-ка, да? От Северного Мола это, ну, примерное расстояние, прилично очень. Ну и высоко она идет. На северо-востоке где-то. Может, даже над Ладожским озером. Все ближе и ближе к фонарю пошла. Мне сейчас от фонаря ее не видно будет, наверное. Смещается, смещается. Треугольник. Да, да, я и говорю, что как треугольник она.
замерзли даже. Ну, видно, явный треугольник. Три огня получается. Она на камере видна. Вон, он стал опускаться. Ну, хорошо, что с машины как бы снимать можно так. Да. Сейчас попробую. А, это сам близко. Ну вот ориентир, фонарь, кольцевая, как бы, вот она. Кольцо. Движется. Оп! Видел яркую вспышку? Да. Фотографирую. Ты какую фотографируют? Бесполезно снимать просто. Я говорю, они у нас фотографируют. Думаю, что-то другое. Вот что это? Я не знаю. Ну, самолетов я таких не видел ни разу, не знаю. И так резко и приближается на сближение. Самолет не пойдет, наверное. Ну нет, конечно. Может, конечно, наши придумали. Путин не зря там про это профинансировал. Не, ну реально, раз красный, присоединение сделал. Это наш ответ на про. Лада Калина. Гранд. Подожди, ладно, шутить. Реально шевелится. Правильно хорошо. Может, сюда, может, к этому фонарю пошла. Хорошо. А сейчас как будто два. Было три, стало два. Может, она боком как-то? А я даже не надеялся ее увидеть еще раз. Маленькая, ну как-то долго она, да, так шурует над этим. Место для посадки. Парковки нет, видишь? Все занято. В Петербурге проблемы с парковками даже для НЛО. Смотри, смотри, еще одна. Вставай, снимай, снимай. Смотри, 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 смотри. И вот такая ситуация уже, ну, я, по крайней мере, вижу третий раз. То есть она вот там я был, она также, вот по такой же траектории, также по диагонали сверху вниз она, хоп, приблизилась. Потом здесь это было, и вот еще раз, третий раз уже. Ну что это такое делать? Ладно, ладно, подожди, я не знаю, откуда я знаю. Ты меня спрашиваешь, что это, откуда я знаю, что специалист. Вообще обалдеть. Ну она, да, она была до там, она ушла вправо. То есть даже на ту стройку, если смотреть, она ушла вправо очень капитально. И переливается, да, как-то. Ага. Ты больше ничего не видишь на небе? Я просто я смотрю в одну точку.